пользуясь возможностью, конечно, хотел бы поздравить всех граждан нашей страны и нашего степного края, нашей степной Калмыкии с этим праздником. Ну а если говорить кратко, этот день имеет особое значение в нашей истории. 4 века тому назад великие граждане страны Минин, Пожарский объединили здравые силы России и восстановили государственную независимость. Под их руководством были изгнаны польские интервенты из России. С тех пор мы празднуем этот день, День единения России. Но если взять историю нашей Калмыкии, всего лишь за 3 года до этого события, в 1609 году, те сложные времена для российской страны, для России, для российского государства. Мы пришли и стали рядом на берега Волги и Седовказы. Для нас этот праздник имеет особое значение. И, конечно же, мы помним нашу историю. Мы знаем о том, что нет почетней и священной обязанности, как беречь свое отечество в этот день. Мы всегда говорим, что мы никому не дадим посягнуть на нашу Родину. Мы всегда станем за нашу Родину, за нашу великую Родину, великую Россию.